Отырар телеарнасының бастауы сонау 16 мен 17 ғасырда Қасым ханның қасқа жолы бағдарламасы аясында бастау алған. Содан бері жаңалықтың жаршысы болып, халықтың арнасы болды. Әрине қалжын, Отырар телеарнасы сонау емес, халқымыз 1991 жылы тәуелсіздікті алған соң 1992 жылы Шымкент қаласында құрылды. Алғаш қазақ, орыс, өзбек тілдерінде хабар таратады. Ал біз бүгін сіздерге қысқаша Отырар телеарнасының ұжымымен таныстырамыз. Ендеше біз бастаймыз. Отыз жылда мына жер біраз өзгеріпті ғой. Талай мықтыларды шығарған, бүкіл Қазақстанға өзінің атын танытқан оңтүстіктегі ең үлкен медиа ғой. 32 жыл бойы жаңалықтың жаршысы болған ұлы тұлғалардың отаны ғой. Жастардың бағын ашқан Отырардың керемет жандарын сіздерге таныстырайын. Менің Отырарға келгеніме ровно бүгін 22-сі ғой. 20 октябрьда ровно 8 жыл болады келгеніме. Любой другой секретарь работает здесь намного дольше тебя. Одан алдын айғақта істеген Валентина Куприяннан кезінде жақсы бір неде андай резюме мен жаман проверкамен өттім. Жұмысым Отырарда біраз студийный оператордан басталды. Барлықтарына сәттілік тілеймін. Отырардың туған күніне мысалы 32 жыл болды. Ары қарай тағы 32 жыл қосыла берсін. Бақытты болайық, өсе берейік, өне берейік. Здравствуйте. Это наш директор Жанна Халмуратовна. Начальство надо знать в лицо! Это наш заместитель директора Руслан Лошинович. Как дела? Хорошо у вас? Замечательно, все отлично. Расскажите, пожалуйста, свой послужной список. А что делать, если начальство придирается? Ну, это всегда, конечно, неприятно, обидно. Так, как я помню, в 2005 году я, по-моему, пришел. Еще на старое здание было, это по Ганиляева. Ганиляева, Диваева, по-моему, была. Ничего не понимаю. Иляева, я вас перебью, я тоже туда пришла впервые. Я училась в 10 классе, это был 96-97 годы. Я туда пришла десятиклассницей вместе с Зауре Уралбаевой. Мы вместе вдвоем пришли в один день. Мне дали задание перевести русский текст на казахский язык. Я буквально два дня проработала на Гани Иляева, на Отыраре. Потом развозка была в 12 ночи, родители мне запретили это дело. И, в общем, это вот весь список моей послужной Отырары. Это круто. Так, что говорить? Вот там мы прошли, вы там выбрал то, бросили и все. Хорошо. Отлично. Я работаю техником эфира. С 1997 года. Работа хорошая, нравится. Желаю Трара процветания. Всего хорошего. Чтоб был он всегда и оставался всегда хорошим каналом. В общем, на Отырар я пришел 23 года тому назад. Да-да. Вот, это самый был такой рассвет Отырара, как я сейчас помню. Вот, мне посчастливилось работать с такими журналистами, как
Сергей Павленко, Даниар Худайбергенов, Оксана Калашникова, Заврия Уралбаева. Так, давай ближе к делу. Что еще можно сказать? Ну, и сейчас тоже нормально. Алга, Казахстан. Что еще могу сказать? Всем здоровья и благополучия, мирного неба над головой желаю всем. Хотите, я буду бежать на монтаж, а они за мной будут бежать, а я буду кричать: нет, я не могу, у меня монтаж. Запомните раз и навсегда. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. И задумай, что мне делать, давай. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Меня зовут Анастасия. Я работаю на телекомпании «Утрар» уже в следующем году. Будет уже у меня юбилей. Я работаю 10 лет. Не может! Я пришла сюда очень давно. Я очень люблю этот телеканал. Берегу его в своей душе, холю, лелею. И желаю ему только процветания. Процветания, удачи. И чтобы наши рейтинги были всегда впереди. Қызық история жоқ бақта. Мен есім Айгерім, Отырар медиа холдингінің бухгалтерімін. Бұл мекемеде мен 7 жылдан аса жұмыс жасап жатырмын. Отырарды келе жатқан, келіп жеткен туған күнмен құттықтаймын. Отырарға тек мол табыс тілеймін. Әрқайсымыздың ақшамыз көп болсын. Үйімізде тек жақсылық, қуаныш болсын. Отырар телеканалына толған күні 32 жыл болғаны құтты болсын. Дендеріміз сау болсын. Отырар телеканалына жұмысқа істегеніме 4 жыл болды. Ұжымдарымыз өте жақсы. Нормалі, сіз все нормалі. Мен Отырар телеарнасында жұмыс жасағаныма 2 жыл болды. 2 жылдан бері Валеттер тотып. Давай. Жүргізуші қызметін атқарам 2 жылдан бері. В общем, должны работать трезвые водители. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Мен бүгін Отырарына 32 жылдық туған күнімен құттықтаймын. Мереке құтты болсын. В целом для меня Отырар – это большая веха в моей жизни. Я работаю здесь уже на протяжении долгих лет. Это был прерывистый такой путь, отрезками, но все же он уже достаточно долгий. И я, наверное, должна сказать спасибо огромное за тот опыт, который получила здесь. Отырар медиа холдингіне 2009 жылы жұмысқа тұрған. Содан бері осы... Букл. Я ничего не понимаю вообще. Отырар медиа холдингіне 2009 жылы жұмысқа тұрдым. Алдында газетте жұмысты бастадым, одан кейін сайт Отырар сайтының қазақша редакциясының редакторы болып тағайындалдым. Бүкіл Қазақстанға әйгілі мықты мамандардың көбісі осы Отырар телеарнасынан түлеп ұшқан. Да. Работаю на телеканале «Отырар» уже 27 лет. Пришла на телеканал «Отырар» в рекламный отдел, и вот уже 27 лет я здесь. Для меня это моя жизнь. Жить, как говорится, хорошо. Это моя молодость, это моя энергия, это радость, которую доставляет мне работа на нашем телеканале. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. И я думаю, что 32 года для телеканала – это не возраст. Будем работать, будем радовать зрителей, будем радоваться жизни. Всем привет! Биыл Отырар медиа холдингіне 32 жыл толып жатыр екен. Мен шын жүректен құттықтаймын. Құдай қаласа. Не болды? Аталарың келіп отыр. Биіктерден көріне берсін. Тек қана республикалық деңгейге өспей, одан әрі дами берсін, масштабты
деңгейге шейін өсе беруді шын жүректен тілектеспін. Және осы момент қолан отырып, басшылыққа рахмет айтқым келеді. Oh my god! Wow! Бізге жаңадан келген жастарға көптеген мүмкіндіктер беріп, барынша тілектес болып отыр. Құдай қаласа, сол сенімдерін және тілектерін ақтап шығамыз деген сенімдемін. Nice. Я журналист телекомпании «Отрар». Поздравляю всех с 32-летием. Желаю процветания телеканалу. И особенно хочу пожелать много-много денег. Из всех событий, которые вот я прошел со своей командой вместе, я бы хотел пожелать всем удачи. У меня родился очень важный тост. Всех с наступающим, конечно же, с днем рождения, с 32-летием. Ну, то, что мы провели здесь очень много времени, должности, выросли. Всех с праздником. Гляньте, гляньте на нашего активиста! Спал. Где я спал? Спать хочу. Спать хочу. Наверняка тебе интересно, где спать я... Спать хочу. Везде. Ну я когда охранником работал, иногда бывал сильно уставший, бывал, приходилось спать иногда на диване. И в машине спал, стоян где оно. Кунге карса какой-то там, да, честно вообще. Половина лошади из этих слов. Не-не, я не вру, я честно говорю. Құрметті Отырар телеарнасының көрермендері және Отырар телеарнасының ұжымы, сіздерді осы мерекелеріңізбен, жалпы ортақ мерекемізбен құттықтаймын. 32 жыл деген әрине ол аз уақыт емес. Жалпы әріптестеріме шығармашылық табыс тілеймін. Ұжымға тек қана береке бірлік тілеймін. Жазарымыз көп болсын, айтар жаңалығымыз көп болсын. Көрерменнің көңілінен шығып жүрген халықтың телеарнасы болып жүре берейік. Ал өзіме келетін болсам, мен Жансая Тәуекелқызы, қазіргі таңда Отырар телеарнасындағы қазақ жаңалықтарының редакторымын. Негізі бұл Отырар медиа холдингіне ең алғаш осыдан 10 жыл бұрын келген болатын. Ол кезде осы Отырар медиа холдингіне қарасты «Оңтүстік Рабат» деген газет болатын, сол газетке тілші болып қабылданғанмын. Все, твое время вышло. Так, на телеканале «Отырар» я работаю 13 лет. Желаю своему любимому каналу самых креативных новостных сюжетов, самых классных репортажев, чтобы они были у нас познавательные, востребованные. Всего самого-самого. По машинам. Салам алейкум. Уалейкум салам. Так, мен осы жерде жұмыс істеп жүргенімге 2020 жыл келдім, 4 жыл болды жұмыс істеп атқанымға. Осы жерде как раз пандемия жылы еді, операторлар, журналистер еңбек істеп жүгіріп жүрген кезі еді сол кезінде. Вот, осы кезінде мен соларны еңбегіні көріп, құмар болдым осыларға. И солармен бірге осы жерде қалып кеттім ғой, әлге дейін істеп жатырмын. Мен қазір енді Отырардың туған күні екен, 32 жыл болған екен, соған құттықтаймын. Ал мына Отырар телеарнасы 32 жылдығы құтты болсын. Жалпы айтатын болсам, бұл Отырар телеарнасының тарихы терең тараған. Өзіндік ойсырап алар орны бар Қазақстанда. Телеарналарының арасында ең беделі өсіп келе жатқан, өсе де береді деп өзімнің сондай ойым бар. Барша әріптестерді және біздің көрермендерді осы Отырар телеарнасының туған күнімен құттықтағым келеді. Вот так у нас вся работа идет. Мы друг на друга надеемся. Слава Богу, что мы есть. Вообще на Отыраре все друг у друга. То самое плечо, которое поддержит, выручит, особенно если кто-то из нас косячит. Хуй, подожди, кто-то. Это правда. Ошибки бывают, ошибки стараемся все исправлять, становиться лучше. Наш дружный коллектив, мы все друг друга поддерживаем. Мне на самом деле очень нравится здесь работать. И искренне поздравляю Отырар с его каким днем рождения. Живут. Чего? Другие телеканалы. А Отырар живет и будет жить дальше.
Когда я пришел в команду коллектива телекомпании УТРР, для меня это была большая честь. Почему? Потому что УТРР – это время моего детства. Врешь нагло, врешь! Помотался, грубо говоря, по свету, все равно вернулся домой, как говорят, своя рубашка ближе к телу. И здесь я остался уже 10 лет. В этом году 10 лет. За эти 10 лет было многое. Хорошее, плохое. Но неизменным остается одно. То, что мы работаем для наших телезрителей, порой забывая о своих проблемах. Проблема, да ты? Проблема? Не проблема, все хорошо у меня, братан. Я проблема! Отырар ТВ телеарнасында 2013 жылы 27 мамыр күні жұмысқа қабылданғанмын. Содан бері әлі күнге дейін жұмыс атқарып келемін. Келген кезде өте ұжым жылы шырай танытып, мені осы ұжымға қабылдап, маған көп жылдық тәжірибелер үйретті. Я просто похлопаю. Осы Отырар ТВ телеарнасында 11 жыл жұмыс істеген тәжірибенің арқасында мен қазір үлкен медиа юрист, медиа заңгер болып шыңдалдым. Отырар биыл қанша жыл? 32 жыл ма? Биыл Отырар телеарнасына 32 жыл, Отырар телеарнасын құттықтағым келеді. Және арқашанда осылай халыққа жанашырлықтарыңызды аямай, халықпен бірге мұң мұқтажын тыңдап, халықтың арнасы болып жүре беруді тілеймін. Отырар ТВ телеарнасы жасасын. Төрт жыл болды істеп атқарымға. Я отличный работник. Төрт жыл болды. Иә. Төрт жылда қандай қызықтар болды? Өкінесің бе? Өкінбейсің бе жұмыс істегеніңізге? Қандай бір? Жоқ, өкінбеймін. Өте жақсы, нормально. Коллектив жақсы. Иә, ұнайды. Ашық бұлтсыз аспан маған ұнайды, дәл солай. Алматының алатауы маған ұнайды, дәл солай. Отырарға тек қана жақсылық тілеймін. Одан да үлкейе берсін. Барлық отырарда істеп жатқанды құттықтаймын. Позитивный күндер, жақсылық, тек қана жақсылық. Давайте. Около 30 лет назад я пришла на телевидение «Отырар» буквально на минуточку. Секундочку плюс минуточку, это как такое может быть? Вот, чтобы просто посмотреть, а осталось тут навсегда. Я благодарна судьбе, что она закинула меня на телевидение «Отырар», всех сотрудников большой телекомпании «Отырар» и, конечно, зрителей, которые смотрят телевидение. Я от всей души желаю крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, счастья и, конечно же, исполнения всех желаний. Смотрите телеканал «Отырар». Мы – ваше телевидение. Всем привет, меня зовут Жулдыз Шукенова. Я работаю на телеканале «Отырар» уже 3 года. Всем привет, меня зовут Ильдар Жунсканов. Я работаю уже 17 лет. Что произошло за это время? Что у меня произошло? На самом деле, год за 3. Такое ощущение, как будто я здесь работаю всю жизнь. Вот, что произошло, я встретила новых людей, новых друзей, много чему научилась на телеканале «Отырар». В частности, мне кажется, что хотела сказать? Ну, а я застал переход от аналоговой техники к цифровому формату. Угу. От формата 3x4, или сколько это было, на широкоформат. Ну и самое интересное, что я здесь встретил свою супругу. Я знал, где ты меня найдешь! Классно, супер! Она, получается, здесь работала, да? Она работала в газете «Рабат». Журналистом, да? «Онцетек Рабат», да, журналист. Ну и делала молодежку. Вам можно прямо отдельное медиа открывать. Оператор есть, журналист есть. Сейчас дети подрастают, я им профессию монтажера и режиссера. Все, точно. Меня зовут Елена Карпенко, на телеканале «Отырар» я работаю уже 5 лет. Здесь я выросла как телеведущая, журналист, обрела команду единомышленников. От души поздравляю нашу телекомпанию с днем рождения, желаю нам процветания, высоких... А
Поздравляю нашу телекомпанию с днем рождения. Желаю нам высоких рейтингов. Большое спасибо нашим телезрителям, что на протяжении многих лет вы остаетесь вместе с нами. Мы ваше телевидение, и мы вас очень любим. Привет, малышка! Биыл 2024 жылы 1 қарашада Отырар телеарнасы өзінің 32 жылдық мерейтойын атап өтеді. Енді қарап тұрсақ, мен осы мекемеге Отырар телеарнасына 2003 жылы тамыз айында келген екем. 21 жылдай өтіп кетіпті. 21 жылдың ішінде телеарнаны жұмысын, қырсырын білу деген мен үшін әлі де мен іздену үстіндемін, көп нәрсені үйреніп жатырмын, өйткені жаңа технологиялар келіп жатыр. А есть такие технологии, чтобы пенсии на все хватало и здесь на земле жить как люди. На телеканале «Отырар» я работаю уже 24 года. Хочу поздравить наш канал с днем рождения. Нам уже 32 года. Хочу сказать... Ага, не хочу сказать. Ничего не понимаю. Я в телеканал устроился где-то уже более 20 лет, по-моему, работаю. Устроился охранником, работал преподавателем, вечером было время, приходил охранником, и вот оттуда и дальше пошла карьера. Думаю, да. Да. Не буду говорить имя оператора. И нужно снять футбол. Журналистка, тоже имя не будем говорить. Поехали на футбол, важный матч, оператор поставил камеру. Матч начался и начали снимать. Журналистка сидела чуть внизу, подальше от оператора. Приносит видео после этой съемки. Журналистка вся злая такая, матерится. Смотрим на видео. Идет процесс, ну футбол идет. Мяч идет туда, камера поворачивается сюда, мяч улетает сюда, камера поворачивается сюда. И в одном моменте камера останавливается. Оказывается, в этот момент он уснул. Камера остановилась на одном месте. И целый матч мы смотрели этот футбол. Только видели, как мяч пролетает в эту сторону, пробегают футболисты. Мяч пролетает в эту сторону, пробегали футболисты. И вот этот мяч закончился. Журналистка, конечно, была сильно злая, материлась, но мы смеялись над этим видео. Вот такой один из интересных моментов. Хорошая шутечка, братан. Ха-ха. Ва-ха-ха. Салим бәріңізге, менің есімім Жанерке, яғни Жанерке Хумар. Отырар телеарнасында жұмыс істеп жатқаныма биыл 10-шы жыл. 10 жыл осы телеканалда бірге өсіп келе жатырмын, өніп келе жатырмын десем болады. Вот это поворот! Алғашқы қадамымды да осы телеарнада бастым. Сол себепті мен бұл арнаны өте қатты жақсы көрем, яғни әріптестерімді жақсы көрем. Туған күнің құтты болсын, Отырар. Қашанда халықтың жаршысы болып, халықтың мәселесін алға шығаратын, шешіп беретін мықты телеканал қалпыңнан таймаса екен деймін. Тарананан дұрыс па? Оп! Вот я. Қалай ойын ба? Қалай? Ыңғайлы ғой, құрметті біздің әріптестер, қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Бүгін Отырардың туған күні 32 жыл толып отыр. Ал мен Отырарда жұмыс істеп жатқаныма 3.5-4 жылдай болып қалды. Тану құрбаны! Сол мектеп кезінен бастап келгенмін осында и жан рахаты үшін жұмыс істеуге. Қазір жан рахаты үшін... Далаға барсын да қоямын. Журналистпін, оператормын, монтажермін. Разна рабочий мы обл жерде. Сомен барлықтарыңызға тек қана сәттілік, Отырарға тек қана табыс тілейміз. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Баршаңызға сәлем, мен Гүлдана Сидрасова. Сәлеметсіз бе оқушылар, менің атым Гүлдана Қақпасовна. Сол Отырар телеарнасындағы қазақ редакциясы жаңалықтарының тілшісімін. Отырарда жұмыс істеп жатқаныма биыл 4-ші жыл. Мен мұнда оқуды аяқтай сала келдім. Яғни кәсіби маман ретіндегі алғашқы жұмыс орным. Бұл жерден үйренгенім өте көп. Бұл жерде маған тек тілшілік қабілетті ғана арттыруға ғана емес, адам ретінде де, маман ретінде де өзімді таныта білуге, дамыта білуге үлесін қосқан жандар өте көп. О, деревня, а? Ну ты даешь. Отырарды 32 жыл... Изат, 32 жыл ма? Думаю, да. Да. Сондай бірдене қой жүрсен, өлтірем ертең бар ғой, Изат. Если хочешь, то убей меня нежно.
если хочешь, воскреси меня. Отырарды 32 жыл мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Өрлеу, даму тілеймін. Отырар медиа холдингіне жанашетін, жанашыр жандардың көп болуын тілеймін. Жазарымыз, айтарымыз таусылмасын, талайларды дамытқан, шығарған, халыққа танытқан медиа холдинг, талайларды мойындатқан медиа холдинг, ары қарай өрлеп, дами берсін, туған күн құтты болсын. Ты так же прекрасна. Руки нормально? Только вы не волнуй. Меня зовут Вячеслав Шварц. Я на телеканале ОТРАР с 1996 года. Работал по 2019 год. Это 23 года. Как бы банально ни звучало, когда говорят, работа мой второй дом, иногда бывает и первый. Так было. Ничего в этом такого нет. Да, работали, да, делали, были пионерами. Первооткрывателями. Я поздравляю всех, кто причастен к телеканалу ОТРАР. Помни, ты мой брат. Да, конечно. Если тебя здесь кто-то будет обижать, не обижайся. Говорят, бывших телевизионщиков не бывает, ОТРАРовцев бывших тоже не бывает. Мы друг за дружку держимся. Мы своих в беде не бросаем. Все, кто приложил руку свою к этому телеканалу, я поздравляю с праздником. С днем рождения телеканала. Желаю мира, счастья, творческих успехов. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Поздравляю, дорогой телеканал, с днем рождения. 32 года, это очень серьезная дата. Как? Я не знаю. Сама я в медиахолдинге работаю уже 16-й год. Все эти годы наполнены суетой, упорным трудом, интересными встречами. Я желаю всему коллективу дальнейших творческих успехов. Малика Ханжарбекқызы, редактор. Бұл жерге келгеніме жылдан асты. Төрт жылға жақындады, ойдем. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, мәке, жотам. Астана біз, бөбіл. Аз уақыт болса да бұл жерде жұмыс істегеніме. Бірақ енді бұл сферада жүргеніме 15 жылдан асты ғой деймін. Отырардың атын бұған дейін де талай естетінбіз. Дала атты! Отырарымды, телеарнамды, өзімнің медиа холдингті 32 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Жазарымыз көбейсін, айтарымыз көбейсін, ынтымағымыз арта берсін. Жетістіктер тілеймін. Есімім Салтанат. Отырар медиа холдингінде жұмыс істеп жүргеніме 11 жыл болды. Біздің ұжымның туған күнімен құттықтаймын. Тек үлкен жетістіктер тілеймін. А что так можно было, что ли? Жаңалықтың жарысына айналған Отырар телеарнасын туған күнімен құттықтаймын. Қашан да жағымды жаңалықтар жеткізіп. Күлден өтілейім деп бітіресім болды ғой, ә? Сонда, есімім Әсел Мәлік, осы Отырар телеарнасында жұмыс істегеніме 2,5 жылдан асты. Да ладно! Отырар телеарнасын, яғни жаңалықтар жарысына айналған телеарнаны туған күнімен құттықтаймын. Қашанда жағымды жаңалықтарын жеткізіп, гүлдене беруін тілеймін. Замечательно, поразительно, гениально. Мен Отырар телеарнасында жұмыс істегеніме 23 жыл толды. Арасында 2-3 рет жұмыстан шыққаным болды. Бірақ сонда да Отырар телеарнасына қайтып келе бердім жұмысқа. Но только ты, в моем сердце только ты. Өйткені өзімдің өмірімді Отырар телеарнасыз елестет алмаймын. Биыл Отырар телеарнасына 32 жыл толып отыр. Сондықтан Отырар телеарнасына тілейтін көрермендері көп болсын. Что вы несете? Тек қана жағымды жаңалықтармен бөлісе берсін. Повторю, да, вот этот последний. Нет. Ну, я поздравляю телекомпанию «Утрар» с такой важной датой. Нет. Не надо, я сам. Я поздравляю телекомпанию «Утрар». А, имя сначала, да, сказать? А что так можно было, что ли? Меня зовут Артем Пазлбеков. Работаю в телекомпании «Утрар» относительно недавно. Ну, пожелаю, конечно, процветания, успехов. Если что, то ты сможешь.
побольше новых идей, побольше креатива, чтобы команда всегда была сплоченной, как большая семья. На нашу семью сильно бочку не кати. И процветание. Всех благ. Телекомпания «Утрар». Поздравляю. Так, не дам басать. Пару слов туда-сюда сделай тоже всем. Аты жөнім Тұрсынбай Ерболат. Отырар телеарнасында істеп жатқаныма бір жыл болды. Монтажермін. Енді отырардың айтатын мен үшін отырар ол жастарға арналған академия сияқты, бүкіл бас медиада істеп жүрген, республикалық телеканалда істеп жүрген біраз адамдар отырардан шыққан. Енді барлық отырарда істейтін адам бір тілегі болатын шығар, ол әрине отырар телеканалының дамып, биік белестерден көрінгені. Бітті! Кетіндер! Дым жоқ басқа айтатын! Мұлға аппаратура жина кеттік!